Игра номер один на 10 тысяч рублей. Глазами. Перед вами находится кнопка, нажав на которую вы запустите голубую волну. Достигнув середины куба, волна станет полностью невидимой. Вам нужно остановить волну повторным нажатием на кнопку, когда она будет находиться между двумя линиями. Удачи! Выиграли 10 тысяч рублей. Игра номер два на 50 тысяч рублей. Исключение. Перед вами в центре куба расположен постамент, на гранях которого расположены 45 кнопок по 9 на каждую грань. Вам необходимо за 13 секунд нажать на все кнопки для завершения игры. Отсчет времени начинается нажатием вами на любую кнопку. Удачи! Пять, четыре, три, два. Вы выиграли 50 тысяч рублей. Игра номер три на 100 тысяч рублей. Перед вами на полу куба расположены 6 синих квадратов, которые в случайном порядке будут загораться красным цветом на некоторое время. Вам необходимо определить тот квадрат, который загорался на самое длительное время. Малейшая неточность будет стоить одной жизни. Удачи!
выиграли 100 тысяч рублей. Игра номер 4 на 250 тысяч рублей. Спуск. В этой игре вам нужно бросить мячик так, чтобы он отскочил последовательно от первых двух цилиндров и попал в третий полый цилиндр. Промажете – потеряете одну жизнь. Успехов! Осталось 8 жизней. Осталось 7 жизней. Осталось 6 жизней. Осталось 5 жизней. Упрощение. Диаметр контейнера увеличивается на 25%. Осталось 4 жизни. Осталось 3 жизни. Выиграли 250 тысяч рублей. Игра номер 5 на 500 тысяч рублей. Следопыт. На полу на 5 секунд один раз вам будет показан маршрут в противоположный угол куба. Вам нужно запомнить этот маршрут, а затем пройти его, двигаясь по клеткам этого маршрута. Неосторожный шаг может лишить вас жизни. Успехов!
вы выиграли 500 тысяч рублей. Игра номер 6. На 1,5 миллиона рублей. Сортировка. На постаменте в центре куба расположены 32 красных и 32 синих шарика. Как только пол моргнет определенным цветом, вам необходимо сбить все шарики данного цвета за 12 секунд или быстрее. Если шарик другого цвета случайно упадет, вы потеряете одну жизнь. Удачи! Пять, четыре, три, два, один. Выиграли 500 тысяч рублей. Игра номер 1. На 10 тысяч рублей. Вспышка. Перед вами на полу куба нарисована сетка, в которой на полсекунды в случайном порядке появятся красные квадраты. Вам необходимо подсчитать точное количество показанных квадратов и сообщить это количество кубов. Успехов! Выиграли 10 тысяч рублей. Игра номер 2. На 50 тысяч рублей. Столкновение. Внутри куба расположен узкий постамент, на котором находится 4 цилиндра. Вам нужно запустить небольшой шар так, чтобы он смог сбить все цилиндры. Если хотя бы один из цилиндров устоит, вы потеряете одну жизнь. Успех!
вы выиграли 50 тысяч рублей. Игра номер 3. На 100 тысяч рублей. Равенство. Полкуба разделен на две половины красной линии. Слева и справа от этой линии будет появляться некоторое количество квадратов. Вам нужно нажать на кнопку, когда количество квадратов будет одинаково с обоих сторон. Ошибка лишит вас одной жизни. Успехов! Осталось 8 жизней. Осталось 7 жизней. Вы выиграли 100 тысяч рублей. Игра номер 4. На 250 тысяч рублей. Небоскреб. На полу на левой подставке друг друга сложены кубы от маленького к большому. Вам нужно построить из них башню на правой подставке за 12 секунд или быстрее. Удачи! Пять, четыре, три, два, один. Осталось 6 жизней. Упрощение. Время игры увеличивается на 1 секунду. Пять, четыре, три, два, один. Вы выиграли 250 тысяч рублей. Игра номер 5. На 500 тысяч рублей. Контроль. Время. Перед вами находится кнопка, при нажатии на которую начинается отсчет времени. Вы должны отсчитать ровно 30 секунд и остановить отсчет повторным нажатием на кнопку.
если вы не попадете в интервал от 29,5 до 30,5 секунды, вы потеряете одну жизнь. Удачи! Выиграли 500 тысяч рублей. Игра номер 6. На 1,5 миллиона рублей. Спуск. В этой игре вам нужно бросить мячик так, чтобы он отскочил последовательно от первых двух цилиндров и попал в третий полый цилиндр. Промажете, потеряете одну жизнь. Успехов! Осталось 5 жизней. Осталось 4 жизни. Осталось 3 жизни. Осталось 2 жизни.
осталась одна жить. Участник потерпел поражение.